Вітаю, мене звати Іванна Грицьмчук. Ви дивитеся World Policy Review, і про важливіші теми на міжнародній арені цього тижня поговоримо з доктором політичних наук, професором Ігорем Ковалем. Як завжди, Ігоре, вітаю вас. Я вас вітаю. Нам дійсно є про що поговорити цього тижня. І розпочнемо з найважливішого на міжнародній арені. Це зустріч у Саудівській Аравії щодо припинення війни РФ проти України. І я б назвала це величезним дипломатичним ляпасом Росії, тому що в першу чергу мова на цій зустрічі йшла не про наших партнерів, не про тих, хто нас підтримує, а про тих, хто був в статусі нейтралітету або навіть підтримки Росії. І ця зустріч відбулася без Путіна, без представників Росії, але з ось цими країнами так званого нейтралітету відносного конфлікту в Україні. І про те, що там обговорювали, це безпекова ситуація, це архітектура безпеки, там був присутній і Китай. Розкажіть, будь ласка, якими є наслідки цієї зустрічі для України? Mm-hmm. Окрім таких загальних тез і ком'юніке, які були оголошені. Ви знаєте, це дуже цікава тема, несмотря на то, что вроде бы она уже так заговорена за последние несколько дней, я думаю, все-таки несколько акцентов нужно расставить. Прежде всего, вот вы упомянули о коммюнике. Кстати говоря, финального коммюнике не было. Не было опубликованных. Да. И здесь нужно тоже очень четко расставить акценты. Почему? Это не саммит. Что такое саммит? Саммит – это встреча на высшем уровне. Главы государств и правительств, как правило. Плюс министры иностранных дел там, или обороны и так далее. А в данном случае это абсолютно подготовительная конференция, которой специально, и это правильно, наши дипломаты и наши союзники придали определенный вес и значение. Именно потому, до чого? Подготовка к большому саммиту, на котором должны вырабатываться принципы мирного соглашения некоего. Это еще впереди. Об этом отдельно надо говорить, потому что будут еще встречи в рамках G20, скорее всего, тоже подготовительные, но уже на более высоком уровне. Проблема, кризис, война – невероятно сложная проблема. И, безусловно, мы видим, что она не может быть решена просто там путем телефонных переговоров. Нужна очень серьезная подготовительная работа. Этот этап был посвящен, и это следующий акцент, на котором нужно поговорить, для расшатывания того, что российская пропаганда называет глобальным югом. Мне категорически не нравится этот российский нарратив, который, к сожалению, гуляет и в нашей пропагандистской работе. Так, Россия намагається переконати своє суспільство, зокрема, що Україну підтримує лише країни НАТО, да, лише інтегральний Запад. Насправді, що ми бачимо на зустрічі без Путіна і країни Африки? І Китай, що такий вагомий доволі внесок, те, що Китай був, можливо, я можу помилятись, після оголошення того, що Китай буде, підтягнулися і країни до цієї зустрічі, які, можливо, сумнівались. Тому безусловно. Що Китай є таким опорним в безусловно. Східному світі опорним, дипломатичним да, кластером. Да, да, безусловно, опорний кластер, я согласен з цим. Но вернусь вот к этому определенню глобальний юг. Понимаете? Глобальний юг, як географічне поняття, може существувати, но політичне фактически глобального юга нет. Это совершенно произвольный набор стран, у каждой из которых свои позиции, свои интересы. И здесь, безусловно, принципиально важно было, что ну, в глобальном юге есть, при всем уважении к любой стране, есть Чад, есть Нигерия, есть Саудовская Аравия, есть Джибути, Эритрея. Потенциальный вес этих стран в мировой политике совершенно разный. Для нас принципиально было важно, что подтянулся Китай, Индия, Саудовская Аравия, как центр проведения этого мероприятия, которые достаточно четко показали, да, мы не осуждаем категорически Российскую Федерацию, но мы готовы работать. Работать для вытягивания мира из этого кризиса. И для нас это уже плюс, потому что разбивается вот этот нарратив российский о том, что есть некий интегральный Запад, кстати, тоже понятие политическое, а не географическое, потому что в этом интегральном Западе не только США, Канада, Европейский Союз, да, Западная Европа, но там и Австралия, там Япония, там Южная Корея, это интегральное понятие. Так вот, чрезвычайно важно было. Еще один момент, обратите внимание,
тоже важный акцент. Нашей дипломатии удалось разбить вот на отдельные кейсы для подтягивания тех стран, которые нам выгодно и которые не согласны, скажем, пока еще участвовать в общей подготовке документа. Но они заинтересованы. Кто-то в зерновой, продовольственной проблеме. Продовольча криза, яка на нас всіх чекає, вона після припинення зернової угоди нікуди не поділася і тільки наростає. Кто-то заинтересован в проблемах ядерной энергетики, сдерживания, наращивания ядерных сил и ядерная энергетика в мирных целях. Кто-то заинтересован в проблемах климата, например, как Бразилия, да, мы их подтягиваем здесь. Но главное, что страны эти уже не стоят за забором, они вошли в проблематику, и они уже начинают с нами беседовать. И, несомненно, для нас очень важно, что по отдельности эти страны, несомненно, будут оказывать разное, но определенное давление на позицию Российской Федерации. Мы это увидим даже в ближайшее время, когда соберется БРИКС, где будут Бразилия, где будет, несомненно, Китай, как доминирующая сила, где будет Индия. Поэтому нельзя переоценивать значение саммита в Саудовской Аравии, но это был очень важный подготовительный саммит на уровне политических советников, глав государств и правительств. Это и как раз не предполагает коммюнике, но это предполагает вот такой достаточно подробный и в ряде случаев даже неофициальный обмен мнениями. Ось дуже важливо, я на початку нашої розмови казала, що це величезний ляпас в Росії, тому що безпекову ситуацію у світі обговорювали без гіганта, без Росії. Якою була реакція і чи була реакція Путіна і російської дипломатії, якщо можна так назвати цю інституцію в Росії, якої не існує? Як вони відреагували на події, на які обговорювався мир, формула миру без Росії? Несомненно, болезненно, мягко говоря, хотя сдержанно. Опять-таки для того, чтобы не подчеркивать важность этого саммита, реакция была достаточно сдержанной, но болезненной. И мы видим уже по определенным, так сказать, сюжетам двухсторонних взаимоотношений, например, с Китайской Народной Республикой, что у России тоже сдают здесь нервы и начинается, так сказать, определенное выражение недовольства теми или иными шагами Китайской Народной Республики. То же самое в отношении Индии, то же самое в отношении Саудовской Аравии. Но нам важно, что вот эти крупные, Китай практически можем называть сверхдержавой сегодня, да, над потугой, говорючи українською мовою, це дуже хороше вираження таке, от потуга, як мощь, як сила, і надпотуга. Скажімо, Індія, несомненно, регіональний лідер, до якого притягуються дуже багато країни Юго-Восточної Азії, Южної Азії. Саудовська Аравія, як лідер, один із лідерів на Ближньому Востокі. Турція, важніший хаб и экономические, и политические, вот тоже расширенного Среднего, Ближнего Востока, ну и отчасти, конечно, и азиатско-европейского континента в целом. Поэтому, несомненно, для России это такой был, можно сказать, провальный этап. Что не может не тишить? Да, безусловно. Вот. Но, тем не менее, они, конечно, будут еще искать разные варианты своего давления на эти страны, поиска каких-то путей нейтрализации. Вражаюча робота дипломатів, яким вдалося принаймні трішки перетягнути ті країни, які були в невизначеному статусі, була пророблена перед цим самітом. Але нас ще чекає другий раунд дипломатичного бою. Зокрема, я говорю про зернову угоду. Угу. Зернова угода припинена. На днях повідомили Військово-морські сили України про те, що на свій страх і ризик судна можуть проходити коридором через Україну. Це не зерновий коридор, як поняття угоди. Проте, хто погоджується на безпекові умови, може користуватися українськими портами. На свій страх і ризик, тому що загроза нікуди не ділася. І ось тут
Зокрема, і на саміті в Джиді було згадано про продовольчу кризу, яка на всіх чекає, через те, що Україна не може поставляти своє зерно до країн, які цього потребують. І тут таким миротворцем вкотре хоче виступити пан Ердоган, президент Туреччини, говорячи про те, що він здатен повернути зернову угоду, при цьому навіть не концентруючись на зерні, що дуже важливо. Туреччині ще до повномасштабного вторгнення було дуже вигідно співпрацювати з Україною, зокрема в плані поставки металу і металобрухту. І ось, можливо, в цій зерновій угоді, оновленій, буде і пункт про поставки металу. При цьому Україна заявляє про те, що шукає ще альтернативні шляхи експорту. І ще один нюанс – це заява про те, що Ердоган зустрінеться із Путіним. Тобто Путін приїде до Туреччини. З цих всіх тез і подій, які на нас чекають, головне – це те, як світу вийти з продовольчої кризи. На вашу думку, чи здатен план Ердогана задовільнити усіх і яким він може бути? Ну, вы знаете, я бы несколько шире поставил проблему. К сожалению, мы сегодня не можем при всем уважении к Турции и лично к Эрдогану рассчитывать только на его помощь. Это один из моментов, очень важный и наиболее эффективный, откровенно говоря, был бы, если бы мы смогли восстановить зерновую сделку, вот этот зерновой коридор на том уровне, который был до его прекращения в месяц назад. Но мы действительно рассматриваем несколько вариантов, которые в совокупности могут хотя бы частично компенсировать, хотя бы частично. Это, безусловно, подключение таких стран, как Румыния, Греция, Италия для нашей транспортировки нашего зерна, продукции нашей. Причем, действительно, речь идет не только в данном случае о зерне, хотя прежде всего. Сложная логистика, потому что до, скажем, болгарских, румынских или тем более греческих, итальянских портов доставлять это нужно автомобильным транспортом. Это утяжеляет логистические проблемы логистики, удлиняет путь доставки зерна и так далее. Тем не менее, этот вопрос рассматривается. Это удорожает стоимость зерна, несомненно. Во-вторых, безусловно, вот варианты будут сейчас активно прорабатываться, вывода через наши воды и через морские пути, близкие к территориальным, вернее, в территориальных водах, вначале Украины, затем опять-таки Румынии и Болгарии, и выход уже к Босфору. Таким образом, хотя это довольно рисковый путь, и здесь очень многое будет зависеть от того, как будут ли страховые компании давать, так сказать, страховку тем судам, которые выбирают этот путь. И, наконец, действительно очень важно, это прорывный момент, может быть, все-таки Эрдоган. Эрдоган взял паузу, встреча состоится с Путиным, и, конечно, там будет идти такая торговля уступками очень серьезная. Тому що, власне, і Росії зараз вигідний зерновий коридор, і вони можуть виставити свої умови. І тим паче, що в портах Росії теж не все гладко, і через санкції, які були накладені на Росію, зараз дуже підвищився для зернотрейдерів вартість вивозу своєї продукції з Росії. І тому експерти кажуть про те, що Росія згодна буде на зернову угоду. Але які умови вона може поставити? Ну, из того, что известно из источников, так сказать, как говорили раньше, близких к осведомленным, то, что определенная утечка, по крайней мере, Российская Федерация вроде бы готова снять требования или свое, так сказать, предложение по поводу восстановления работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Но остальные, в частности, и в отношении подключения их агробанков к, так сказать, снятия, вернее, санкций для работы их банков на Международном валютном фонде, вот это наверняка останется. Ну, понимаете... А чи згоден буде дипломатичний світ погодитися на зняття санкцій з Сбербанку?
Речь не о Сбербанке идет, речь идет только о банках, которые обслуживают вот именно зерновые дела. Это сельскохозяйственные банки, Агробанк Российской Федерации в частности. И здесь вот определенный, так сказать, торг может быть в этом отношении. Но я хочу обратить ваше внимание, что, конечно, вопросы для России, экспорт, хотя затруднен, но он не так критически осложнен, как для нас, потому что Россия может с учетом ее территории экспортировать и не только через черноморские порты, хотя это, конечно, гораздо более выгодно. Но думаю, что будет идти такая серьезная притирка вот на этой встрече с Эрдоганом. Думаю, что и наша дипломатия, и офис президента тоже, так сказать, подключаются сейчас к подготовке этой встречи, контактируя с турецкой стороной. І мені б дуже хотілося, аби після зустрічі в Саудівській Аравії країни, які потерпають від відсутності зернової угоди, теж мали б якісь телефонні переговори з Путіним і мали б вплив до зустрічі з Ердоганом. Это имело место на встрече, вот мы говорили неделю назад, которая состоялась в Санкт-Петербурге, встреча, ну или саммит Россия-Африка. Там достаточно четко, в том числе и очевидные друзья Российской Федерации, такие как Южноафриканская Республика, Сенегал, высказали откровенно требования буквально о необходимости возобновления зернового коридора. І ще один цікавий і важливий нюанс, який мені хотілося вас запитати. Чи пов'язуєте ви вибухи в порту Туреччини та Франції з зерновою угодою? Ну, трудно сказати. Даних очень мало пока. Так или иначе, это объективно влияет на это, на эти процессы. Хотя данных о том, что это была диверсия, открытых данных пока нет на этот счет. Можем строить различного рода предположения. Ну, в общем-то, не все, что сейчас связано со взрывами, имеет прямое отношение к российско-украинской войне. Окрім продовольчої кризи, на Європу, на цивілізований світ може ще й чекати газова криза. Через те, що зараз ціни на природний газ в Європі виросли, і пов'язується з страйками робітників на трьох великих підприємствах з виробництва скрапленого газу в Австралії. І тут ми не будемо говорити про цифри і ціни на ф'ючерси на біржах. Ми поговоримо про дипломатію, яка присутня безпосередньо і в цьому процесі також. Ціни на газ для Європи виросли, на нас чекає опалювальний сезон, як і на всю Європу. Чого очікувати? Чому так сталося? І до чого тут Росія? Глобальная, колоссальная проблема. И в данном случае вот эта забастовка в Австралии, это очень такой быстро проходящий эпизод. Ну, во-первых, она долго длиться не будет. Во-вторых, я бы хотел сразу сказать, что газового кризиса и проблем таких, которые были прошлой зимой, для Европы не будет. Это уже заспокоит. Да, уже сегодня известно, что Европа где-то более чем на 80% обеспечена газом на зиму. Причем есть данные о том, что Европа собирается дополнительно использовать газовые хранилища и Украины, которые сегодня в значительной степени пустуют в связи с отсутствием прямого экспорта через Украину российского газа. Далее. Налажена уже система, в общем-то, приема сжиженного газа из Катара, это основной поставщик, из Норвегии и Соединенных Штатов Америки. Соответствующие терминалы уже, если частично готовы, частично, так сказать, в стадии подготовки. То есть проблем с экспортом или, ну, в данном случае, импортом для Европы сжиженного газа не будет. Но здесь проблема в другом, понимаете, которая сегодня как-то так замалчивается и в нашей аналитике, и в западноевропейской, и в американской. А вот меня, так сказать, взволновали те цифры, которые обнародованы Всемирным банком, Международным валютным фондом. Проблема в чем? Санкции, да, об этом столько говорится, там 11 или 12 пакетов санкций. Но есть статистика, и мы смотрим, что ВВП Российской Федерации вырос.
доходы в золотовалютные растут. 450 миллиардов уже долларов у них, так сказать, накопилось. О чем это говорит? Это говорит о неэффективности той стратегии санкций, которая принята нашими западными партнерами. И нам надо об этом говорить. Потому что основной доход Российской Федерации, основные поступления в бюджет – это экспорт. Прежде всего, той же нефти и газа. А санкции ударили в основном по импорту. То есть запрещение поставок в Российскую Федерацию тех или иных технологически важных или там продуктовых, неважно, так сказать, продукции. То есть получается, что Российская Федерация сократила импорт, но наращивает экспорт. Да, определенные санкции наложены в Европе, там по продаже нефти и газа, но есть опять-таки Китай, Индия и вот эти страны пресловутого юга, куда они продают. Причем из-за того, что Саудовская Аравия не нарастила добычу нефти, из-за того, что Соединенные Штаты и Канада не вбрасывают на мировой нефтяной рынок свои запасы стратегические, цены на нефть выросли. И это добавляет доходы в казну, в бюджет Российской Федерации. Вместо того, чтобы прежде всего ударить глобальными санкциями и наложить 100% эмбарго на поставки нефти і газу із Російської Федерації. Ну, фактично, такі... ці кошти, які вони отримують з продажу, вони потім на них же закупляють ці шахеди, на них же закупляють зброю, якою будуть по Україні. І ви розумієте, такі приміри вот такого глобального ембарго були в історії, і це в отношении іранської нефті, в частності, да. Тогда тоже некоторые, так сказать, контрабандные, ну, это были не потоки, это были ручейки. Пане Ігор, а як так сталося, що основне і глобальне для Росії не закрили? Тобто в Росії тепер немає в Цумі сумочок Луї Вітон і брендових босоніжок. При цьому Росія отримує мільярди доларів за експорт газу. Як так сталося, що міжнародні партнери прогавили серйозні вливання в російський бюджет? Ну, вы знаете, мне не хотелось бы сейчас публично говорить об этом, вот. Но, в общем-то, тут можно, так сказать, такой дипломатической фразой, тот, кто понимает, тот поймет, кто понимает, так сказать, минимально в современной жизни политической, поймет, о чем я говорю. Интересы зачастую важнее ценностей. И, к сожалению, в этой войне мы тоже видим поведение некоторых наших союзников, что зачастую интерес превалирует над ценностями. Тобто нашим дипломатам треба готуватися для наступних зустрічей і говорити, і бити на це, і, можливо, буде якийсь просвіт в цьому питанні? Ви знаєте, тут більш глобальна постановка питання. Ми повинні пам'ятати, що крім нас, українців, ніхто за нас воювати по-настоящему не буде. Ні на дипломатичному, ні на політичному, ні тим більше на воєнному фронті. Спасибо за підтримку, але ми завжди повинні пам'ятати, що наші інтереси прежде всего волнует нас, украинцев, и мы должны бороться за них, в том числе и ставя иногда достаточно жестко вопросы перед союзниками, при всем при том, что мы, безусловно, выражаем им благодарность за поддержку. Безумовно. Жоден наш випуск не обходиться без обговорення заворушень, можливих конфліктів, фактичних конфліктів у світі. І ми не говоримо зараз про повномасштабну війну Росії в Україні. Мова йде про Північну Корею, де змінили головного генерала армії і закликали до готування, до підготовки до великої війни. Про що йде мова? Є інформація, що Кім Чен Ын відвідав оборонні заводи. І ось тут дуже важливий нюанс. Чи дійсно Північна Корея готується до війни з Південною, чи все ж таки завуальовано ми говоримо про поставки зброї до Росії? Три моменти.
Поставки, конечно, есть, будут. Они не решающие для Российской Федерации. Бо ж там нарощують, я поясню, там нарощують виготовлення зброї, ракет, іншого озброєння, будують ракетні двигуни. І нібито це під приводом початку війни Північної Кореї з Південною. Так, як насправді? Северній Кореї, звісно, важливо наростити експорт своєго оружия в Російську Федерацію, тому що це, опять-таки, жива валюта. Для них это очень важно. Хотя для Российской Федерации это не принципиально, но затыкать какие-то определенные дырки может быть. Второй главный момент, несомненно. Войны никакой они реально планировать не будут, потому что они понимают, что получат очень сильный отлуп. Надо помнить, что есть американские войска, непосредственно более 30 тысяч солдат и офицеров на территории Южной Кореи. Есть серьезная группировка, включая атомное оружие американское в Японии. Это для внутреннего потребителя, потому что ситуация внутренняя в Северной Корее настолько плоха, что только вот попытка очередной мобилизации общества на борьбу с внешним врагом можно как-то еще держать ситуацию внутри страны. Мы идем на какие-то колоссальные жертвы ради того, чтобы быть готовым к отпору там, американской, южнокорейской, японской агрессии против нашей страны. И общее обобщение. Мы сегодня как бы отталкиваемся от каких-то конкретных моментов. Обратите внимание, в демократических странах перевороты не происходят, потому что есть развитая партийно-политическая система, есть свободная пресса, есть независимый суд, есть транспарентность политической жизни, есть сменяемость у руля политических партий и политических лидеров, и есть активное гражданское общество. А в странах тоталитарного характера, в диктатурах, вот таких, как Северная Корея, и к такой движется, по сути, и Российская Федерация сегодня, там всегда есть опасность вот такого подготовки, внутренней подготовки какого-то переворота для смены лидера, потому что все закрыто, все законспирировано. Лидер опирается только на небольшую группу наиболее преданных лиц. И вдруг выясняется, что кто-то из них там уже не туда посмотрел, вдруг что-то готовит. Вот эта теория заговора для диктаторских тоталитарных режимов, она всегда существует. Поэтому Ким Чен Ын будет неоднократно менять еще, так сказать, свое окружение, так же, как этим будет, к сожалению, ну так, тому що попередній генерал був на посту своєму тільки 7 місяців. Для такої посади це надто короткий термін. Конечно. Коротше кажучи, театр одного актора і приховані нарощення поставок зброї до Росії. Ось так виглядає ситуація для цивілізованого світу. В Північній Кореї людям подається зовсім інакше, і це абсолютно зрозуміло нам пояснив пан Ігор Коваль. Говорили сьогодні про дипломатичний ляпас Росії, про зустріч і обговорення плану миру в Саудівській Аравії без російських політичних лідерів. Говорили також сьогодні і про можливість відновлення зернової угоди. Чекаємо на опублікування дати візиту Путіна до Туреччини. Там стане більш ясно, які умови виставить Росія і які умови виставить світ Росії для продовження зернової угоди. І в якому вигляді вона буде, можливо, мова йде не лише про продовольство, а і про іншу сировину, яку Україна може доставляти в цивілізований світ. Побачимося вже наступного тижня. Я думаю, світ підкине нам тем для обговорення. Безумовно.